Всем зрителям канала Уральская усадьба привет! Построили теплицу арочная, шириной 3 метра, длиной 4 метра. С одного торца у нас разрезная дверь форточка. С другой стороны форточка в торце. Сама конструкция стоит на брусе, 100 на 100 брус пропитан антисептиком и закреплен колышками к земле. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20. Окраска грунт эмаль зеленый цвет. Для большей жесткости каркаса установлены диагонали укосины. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Построили на теплицу арочный крепыш шириной 3 метра, длиной 6 метров. Почему теплица называется крепыш? Потому что арки сделаны из трубы 20 на 40. То есть более прочные, чем обычная арочная теплица. Также сверху приварен усилитель. По торцам у нас установлены разрезные двери форточки. Также имеется перегородка, которая делит теплицу на 2-4-метровые секции. Есть коньковые фрамуги. В каждом отделении по одной штуке. И система подвески по две нитки на каждую сторону. Сама конструкция стоит у нас на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком. Вот у нас другое отделение, 4-метровое. Также фрамуга. Подвязки. Поликарбонат здесь 4 мм, 0,7 плотность. Также для большей жесткости каркаса установлены диагонали укосины. Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!